А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. Сегодня у нас 28 февраля, последний день зимы. И проводим его хорошо, потому что вчера вечером снова заработал полный функционал проекта ProfitBot. То есть есть возможность опять выводить средства, пополнять и покупать новые пакеты. А новых пакетов у нас два, добавлены они по промо. Это премиум 100 тысяч и премиум 10 тысяч. Например, премиум 100 тысяч стоит $10. Цена фиксируется и процентная ставка 0,9% в сутки на 200 дней. Как видим, от вчерашнего вечера осталось только 88 тысяч пакетов, то есть уже почти 12 тысяч пакетов раскупили, даже суток не прошло. Данный пакет покупается в монете VEC, а начисления идут в Райдо. Далее следующий премиум пакет, это премиум 10 тысяч. По проценту то же самое, 0,9% в сутки на 200 дней. Стоит он $30, но покупается уже за Райдо. И соответственно начисления также идут в Райдо. Его было 10 тысяч штук, и со вчерашнего вечера осталось 8129. То есть еще суток не прошло, а уже почти 2000 пакетов раскупили. Довольно быстро, как только открылись возможности снова покупать пакеты. Плюс за покупку этих пакетов вам будут начисляться баллы. Это такой себе конкурс. Чем больше у вас баллов, тем лучше, потому что будут 3 призовых места. Кто займет первое место, то есть у кого будет наибольшее количество баллов, выиграет Apple MacBook Pro 13. Второе место iPhone 12 и третье место Apple Watch 6 серии. Очень классные призы, но я, конечно же, там участвовать, ну, как бы буду, потому что пакеты покупать буду. Но я посмотрел на статистику в кабинете, и там уже вложили большие суммы, так что мне, к сожалению, их уже не догнать. Итак, давайте перейдем в кабинет. Посмотрим на топ-10 пользователей. Это как раз таки, кто уже участвует. Вот у человека уже куплено 456 пакетов. Вложил, то есть он $4680. И вот с первого по второе, третье и так далее места по убывающей количестве баллов. Так что, как видим, люди здесь полностью быстро уже инвестируют и раскупают эти пакеты. Поэтому я тоже решил купить несколько пакетов. Кстати, вот этот, который покупается за Райдо, я попробую купить за ВЭК, потому что Райдо мне не хватит, хотя нет, в принципе, более двух Райдо у меня есть, так что мне, в принципе, должно хватить. Ну ладно, посмотрим. Давайте попробуем купить вот пакет за $10. $10. Покупается он в веках 2.33. Далее нажимаю оплатить. Все отлично. У меня добавлен депозит. С баланса, как видим, у меня списалось $10. Покупаем еще один пакет. Такой же. Так, переключилось на 30-ку. Открыть. $10. Оплатить. Все, два пакета по $10 я купил. Теперь мне еще больше будет идти начисление в Райдо. И купим еще один пакет за $30. Посмотрим, я думаю, что за вот этот баланс он тоже, в принципе, должна быть возможность его купить. Так, переводим на $30. Открыть. Далее. Прописываем сумму $30, 3 Райдо, у меня на балансе Райдо столько нет, возможно, попробую купить за тот баланс. Так, нет, к сожалению, так купить не получится, поэтому придется подождать, пока у меня будет 3 Райдо, чтобы не пополнять и купить этот пакет. Я думаю, что я еще успею. Ну а даже если не успею, то прикуплю еще несколько пакетов по $10. Теперь, если перейти в раздел «Мои депозиты», то здесь видно, что всего вложено у меня $169.50. Фактор X5 у меня уже увеличился. Вот, и вот видно все мои 5 пакетов. Вот первый под 1%, который был еще по акции после старта проекта. Далее премиум 10 тысяч. Вот еще один первый. И еще вот 2, которые я только что купил. Вот такое количество депозитов у меня здесь работает на вот такую сумму. Ну что ж, теперь нам остается
вывести вот эту сумму на биржу, потому что только на биржу я пока что буду выводить, а на бирже продавать буду попозже. Так как смотрим по курсу сайта 1VEC 4.30, а на бирже CoinGalaxy, давайте перейдем в раздел торги и посмотрим. Здесь, как видим, 2.74. То есть мне придет вот эта сумма, конвертируется по веках 4.30, поэтому придет мне вот сюда намного меньше. Если я продам по 2.74, то, соответственно, мне будет в долларах намного меньше. Поэтому я пока что выведу на биржу, и как только на бирже курс сравнится или даже будет больше, чем вот тут на самом сайте, то тогда уже я их продам и выведу к себе на фиатные деньги. Ну что ж, давайте будем выводить. Перехожу в раздел Avance. Сразу скопирую кошелек VEC. Вот, если посмотреть WebCoin Pi, VEC, у меня 0.06 этой монетки тут осталось. Так, нажимаю пополнение. Далее копирую вот этот адрес. Закрываю. Перехожу обратно на ProfitBot. Далее нажимаю вывод средств. Выводить буду в веках. Так, давайте. Так, $65. Давайте я выведу 50. Платежной системе VEC. Сюда вставляю адрес с биржи. Нажимаю вывести. Все, запрос был отправлен администрации. На самом деле выплаты приходят в принципе быстро. Давайте перейдем в операции. Вот, как видим, 11.62 века требует подтверждения. То есть на биржу еще не пришло. Я поставлю на паузу. Как только на биржу мне придет, я продолжу ролик. Итак, ребят, подождал я несколько часов, выплата мне уже пришла на биржу, и за эти несколько часов произошло две интересные вещи, о которых я вам тоже расскажу, и что изменило немножко концовку видео. Итак, давайте для начала посмотрим выплату. Как видим, вот здесь появился кошелек, немножко некорректно отображается, но понятно, что выплата уже ушла. Вот сегодняшнее число, 28 февраля 2021 года. Если перейти на биржу CoinGalaxy, то вот WebCoin Pi 11.57. Напоминаю, что на балансе у меня было 0.06 монетки, то есть в истории должно отображаться 11.51. Давайте перейдем в раздел «История». Далее тут выбираем «Пополнение». Почему пополнение? Потому что мы выводили из ProfitBot, а для биржи это как пополнение, потому что средства поступили именно на биржу. Вот, так, пополнение сегодня 28 февраля, 11.51 монетки VEC. Все нормально, продавать я пока что не буду, потому что курс невыгодный, пускай себе пока что лежат на бирже. Как только курс поднимется, тогда я уже их продам. Теперь возвращаемся к ProfitBot. Итак, первая новость, это вот, как видим, вот такой у меня уже баланс. Как вы помните, у меня было $65 при выводе. Я поставил 50 на вывод, оставалось 15. Теперь 72. Это как немножко партнерских, так и начисления по моим депозитам. И вторая новость. Только что я увидел в новостном канале официальном WebToken Profit, что добавили новые промо с сегодняшнего 28 числа по 2 марта. Будет опять промо под 1%. То есть, как мы знаем, есть тут три тарифных плана под 0,7, 0,8 и 0,9% в сутки, стандартные планы. А сейчас все эти планы под 1% в сутки. Так что не упускайте возможность, я тоже не буду ее упускать. И поэтому сейчас создам еще один депозит под 1%. Пускай себе будет, я думаю, что это разумно. Итак, создам депозит на $50, эти пока что все не буду, пускай себе будут еще на балансе. Так, давайте выбираем вот этот первый тариф, открыть депозит, далее вводим сумму, $50, вот такое количество получается в веках, нажимаю оплатить. Как видим, депозит успешно создан. Если теперь посмотреть на мой фактор X5, то до срабатывания вот такое число. Кстати, я смотрю, что он не обновился, давайте посмотрим на мои депозиты, перейдем сюда. Вот, сумма депозитов $219.50, фактор X5 1097 и сумма до срабатывания $763. Вот, кстати, этот депозит, который я только что создал. Так, теперь давайте перейдем в аккаунт, возможно, уже там тоже все обновилось. Так, нет, здесь пока что еще не обновилось, но в депозитах видно, что все
вся статистика обновлена. Кстати, как вы помните, на первом месте вот этот человек, если я правильно помню, около 4000 долларов у него было инвестировано, и за пару часов, вот смотрите, сколько он добавил, уже 12490. Вот столько он вложил на данные пакеты, плюс под 1%, я думаю, что еще будут люди вкладывать еще больше. Ну что ж, вот такие новости по проекту ProfitBot. Как видим, он работает стабильно дальше, и я думаю, что будет работать еще долгое время. Ссылка на проект будет под видео в описании. Если вы видите, то если такие депозиты люди делают, это значит, что они проекту доверяют. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита, и до новых встреч!